первой гимназии с 2021 года функционирует STEM-центр. Здесь ребята занимаются робототехникой, IT-разработками, программированием. В современном мире все это является неотъемлемой частью образовательного процесса. Чтобы заинтересовать молодое поколение в развитии современных технологий, мотивировать и привлечь учащихся в научно-техническое творчество, существует IT-чемпионат RobIn. Прежде чем пройти областному этапу, должны были пройти районные этапы в разных городах Минской области. Там выбирали лучших из лучших и уже направляли сюда для того, чтобы и в области выбрать лучших из лучших, и для того, чтобы направить команду Минской области для участия вот в IT-чемпионате. В этом году вообще областные этапы проводятся впервые не только в Минской области, но и во всех других регионах. Более 60 учащихся 7 по 10 класс из разных уголков Минской области состязались в 9 компетенциях. Это и футбол управляемых роботов, графический дизайн, веб-разработка, прототипирование, программирование и многое другое. Занимаюсь графическим дизайном совсем недолго. Я очень переживаю на самом деле перед конкурсом. Очень увлекаюсь, мне это очень нравится. И хочу продолжить это, чтобы у меня было на всю жизнь. Я просто очень мало занимаюсь и не очень оцениваю себя, но меня все верят, мои друзья, мои родители. Приехал сюда на соревнования, поучаствовать в соревнованиях по робофутболу. Надеюсь победить. Немного переживаю. Хочу как бы защитить свою школу и отстоять за нее первое место на этих соревнованиях. Надеюсь завоевать первое место. Я немножко волнуюсь. Я сюда приехал на гонки по линии. Хочу завоевать первое место. Волнуюсь не сильно. Хотя это первый раз, но волнуюсь не сильно. Победители областного этапа отправятся на смену в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок», которая пройдет с 8 по 28 апреля. Там они сразятся на республиканском IT-чемпионате «RobIn».